По инициативе главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника 2021 год объявлен годом Владимира Ивановича Даля. Управлением образования был разработан ряд мероприятий, направленных на изучение жизни и творчества нашего земляка. Одним из этих запланированных мероприятий является выставка «Конкурс рисунков. Портрет земляка» на лучшую модель значка, посвященную 220-летию со дня рождения Владимира Даля. В конкурсе принимают участие 31 работа обучающихся первых 11 классов из 21 школ города. Ребята использовали в своих рисунках различные техники исполнения. Это и графика, и масло, и гуашь, акварель, также карандаши. В работах ребят можно увидеть портрет земляка, символы его деятельности. Главной темой выставки стало отображение деятельности Владимира Даля как писателя, этнографа. В состав жюри, оценивавшей работы, вошли педагоги и методисты «Красного луча» и представители администрации. По предварительным результатам лидерами по количеству баллов стали рисунки ребят из школы номер 4, Краснолучского дворца творчества и Петровского дома творчества, а также УВК номер 1, УВК номер 5, 7 школы и школы номер 2. Окончательный результат будет известен после дополнительного заседания жюри. Мы благодарим ребят за прекрасную работу, за активную жизненную позицию, за стремление к познанию родной культуры и изучению родного языка. Рисунки конкурса могут стать прототипом для значков, которые впоследствии найдут применение в различных тематических мероприятиях на протяжении всего года. Новости телеканала «Луч».